Фонарики здоровья зажглись над центром Илизарова. Сотни огоньков запустили в небо пациенты клиники, их родственники и медицинский персонал. Социальная акция была приурочена к Всемирному дню защиты детей. Генеральным партнером выступила одна из строительных компаний «Кургана», которая выделила средства для приобретения 150 фонариков, а также вручила детям фирменные бейсболки. В социальном проекте участвовала вся администрация центра Илизарова и сенатор Олег Пантелеев. Вопреки больничному режиму, пациентам разрешили покинуть стены клиники в 10:30 вечера, чтобы запустить в небо символическое пожелание здоровья больным детям.